Приветствуем вас, друзья, на канале Nice Bricks. Сегодня мы будем открывать сезонный набор LEGO 2016 года «Вампир и летучая мышь» под артиклом 402-03. Набор состоит из 150 деталей. Открываем коробку и достаем 3 пакетика и инструкция. Приступаем к сборке. Вот такого графа Дракулу мы собрали. Он очень большой, если посмотреть рядом с мини-фигуркой. А еще у него очень злой взгляд. Нахмуренные брови, острые клыки и птичий клюв. И когти звериные, наверное, вместо рук. А волосы украшает белая прядь седины. У вампира есть верный друг – летучая мышка. Хотя, возможно, это он, когда превращается. У летучей мышки у нас двигаются крылышки, она может летать. А у вампира двигаются только лапки или ручки. Не знаю, что это такое, больше похоже на лапки. В принципе, могут двигаться и ушки, и брови тоже можно переместить. И у него изменится выражение лица. Этот вампир может украсить комнату в праздник Хэллоуин. Или быть подарком на Хэллоуин. Или же стать деталями для новых самоделок. Лично я пустила бы его на детали. Потому что мне не нравится. Совсем-совсем не нравится. Он некрасивый. У него двигаются только передние лапки и крылышки у летучей мыши. А вот на детальке очень даже подойдет. Можете написать в комментарии, на какие наборы хотели бы увидеть обзоры. Или написать отношение к этому набору. А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!